ООН готова финансировать Луганщину в 2017-2020 годах. Об этом заявили эксперты ПРООН на расширенном заседании комитета по актуализации стратегии развития Луганской области. Также прооновцы и первый замгубернатора рассмотрели план мероприятий по реализации стратегии на ближайшие 4 года. В течение всего 2016 года проведена серьезная работа по актуализации стратегии. 28 октября на форуме было подписано распоряжение, которым эта стратегия была утверждена. Для того, чтобы как можно правильнее, эффективнее, конкретнее построить работу по разработке плана реализации стратегии, мы сегодня проводим это мероприятие. Региональное развитие – это изменение сознания людей, инвестиции в человеческий, прежде всего, капитал. То, над чем работают в основном международные организации. По Луганской области за прошлые годы подавались именно ремонт инфраструктуры. И абсолютное внимание не уделялось вот этой интеллектуальной составляющей развития.